спонсор рубрики «Что есть» – сеть магазинов «Семья». Свежий хлеб ароматен и румян, а еще мягок, но только внутри. Редкий человек откажется от такой корочки, что сверху. Или даже от трех корочек хлеба вспоминаем приключения Буратино, а уж этот аппетитный хруст или треск. Здравствуйте, дорогие друзья! Как раз на этом аппетитном треске давайте сегодня остановимся. От английского «крэк» трещать получили название эдакие закусочные печеньки. Крекеры. Дело было в начале 19 века, в 1801 году, и, как водится, все получилось абсолютно случайно. Английский пекарь Джозе Бент передержал в печи галеты – вид хлебцев или лепешек, которые еще назывались морским печеньем. Уж очень удобно было именно такой, не портящийся долго хлеб, брать с собой в дорогу, в путешествие, в плавание. Так вот, именно такие галеты передержал в печи Джозе Бент. Подгоревшее печенье издавало звук растрескавшегося хлеба, так что здесь же был названо крекером. И пусть некоторые источники дают определение галет через крекеры, дескать, галеты – это такие крекеры, очень удобно, а крекеры – это такие галеты, думаем, что наша последовательность более справедлива. Интересно, что далее, в 20-х годах 19 века, в Америке проповедник Сильвестр Грэхам разработал диету для укрощения плоти и оздоровления всего организма. Он считал, что если человечество перестанет употреблять соль, сахар, специи, то оно встанет на путь духовного очищения, и придумал так называемые крекеры Грэхама из муки грубого помола. Неизвестно, насколько они помогли в борьбе со страстями в 19 веке, но в 20-м в крекеры стали добавлять все то, что, по мнению проповедника, как раз этому не способствовало. Сахар, соль, разные вкусовые добавки, мясные, овощные, рыбные, фруктовые, ореховые, крекеры превратились практически в самостоятельное блюдо, точнее так, в печенье с большой буквы, всегда с разным настроением. Каким выдалось настроение сегодня? В рецепте подробнее уже сейчас. Крекеры с соусом. В муку добавить холодное сливочное масло. Получится крошка. Добавить в нее тертый сыр, яйцо и зеленый консервированный горошек. Можно пюрированный, можно просто размятый вилкой. Замесить плотное тесто, раскатать в пласт, разрезать, присыпать солью, перцем и кунжутом. Убрать в духовку, разогретую до 200 градусов, минут на 10. Подавать крекеры с соусом из творожного сыра, взбитого с натуральным йогуртом и консервированной кукурузой. Кстати, сладкая кукуруза и нежный консервированный горошек Family Choice особенно полюбились жителям Перми за отменный вкус, натуральность и высокое качество. Прямые поставки консервированных продуктов из Венгрии эксклюзивно в магазинах «Семья». Прямые поставки нежного горошка и сладкой кукурузы из Венгрии Family Choice по специальной цене 49,90 только в сети магазинов «Семья».